Дорогие друзья, доброе утро. Доброе утро. Да, все потому, что у нас гости, которым мы говорим доброе утро. Ну что ж, в гостях у нас Ара Асланян и очаровательная девушка Гапух. Пришли они не с пустыми руками. А напомню, что если кто тут не знает, мы об этом уже говорили, 18 ноября в славном городе Ереване впервые в истории армянского независимого государства, начиная с времен Тиграна Великого, выступает самая, ну не самая, одна из самых известных рэп-групп в России. Ветераны. Ветераны рэп-ведущих, каста, ребята из Ростова-на-Дону. Вот... Владис, сын фамилии Змей. В том же составе, всеми временами, эти ребята будут играть 18 числа в клубе «Опиум» в Ереван. Вот. Ну, теперь рассказывайте, почему каста, как вы на них вышли. Качаться в ритм, повторяться, это чувствовать и так далее. То есть, касса это первый блин, да, я так понимаю? Да, это первый блин. Потом будут еще блины. Да, будет. Даже будет уральский рэп, триагрупп. Хорошо, какие трудности или трудностей не было никаких, нашли? Трудности вообще. Какие?
researching business process for success for our project. It's ongoing. We can make more research while we are thinking of individual development and synthetic design. Come up to this, let's start anything. You buy the amount of stuff. No, but it's a question of things more fixed together. It's a very mild year of one year. So what a term bound for our people are the second season. Also, it doesn't even work with VIP yet. Sorry, but сколько стоит билеты? То есть для коренных жителей это дорого, а для гостей столицы это очень даже ничего. Ну что ж, прямо сейчас группа КАС у нас в эфире, сразу после того будет реклама, а потом продолжим нашу замечательную беседу. Группа КАС скоро в Ереване, 18 ноября, ждите. Ну что ж, дорогие друзья, доброе утро, мы в эфире «Глумого утра», и у нас гости замечательные, Асланян Игакук, организаторы концерта КАС, и у нас в Ереване впервые за всю историю армянского народа КАС приезжает, КАС это... культовая хип-хоп-группа из России, рэп-группа, вот, родом с Ростова-на-Дону, ребята достаточно давно забегают, ну и у них огромное количество также саундтреков к различным кинофильмам, антикиллер, неадекватные люди, особенно я рад для фильма «Неадекватные люди», потому что лично знаю Роман Каримова, режиссер этого замечательного кино. Кроме этого, это фильм «Рассказы», «Джунгли», «С Новым годом мамы», «Супер Олег», ну и «Одноклассники Ру». А вот, наверное, за последний фильм они очень интересны. Но эти мнения заплатили и спиляются, почему будет. Вот, ну, что будет звучать на концерте, вы примерно знаете, это старые фильмы, вот, или новые боевики, что? Ну, то есть, знакомые песни, да? Отлично. 18 ноября в клубе «Опиум» билеты уже продаются, дорогие друзья. Цена на политику очень простая. Билеты стоят либо 10 тысяч, либо 15 тысяч. Никаких сидящих мест. Вот у всех равные условия. Так что полная демократия в полном смысле этого слова. Ну, все же отлично. Я думаю, что вот культуры как раз именно таких вот концертов в Ереване у нас, к сожалению, не хватает. Таких концертов во всем мире так проходит. Ну, вообще странно, когда хип-хоп или рок-концерты проходят в зале 10-10 места. Согласен. Я бы, например, не удивился, если бы организаторы привезли кассу в оперный театр. Ну, я так понял, что у них есть принципы, да, они не выступают баллов, где сидеть и места. Отлично. То есть, smoking, no drink, дорогие друзья. Пока день расстроился немножко, но в карманах можно проносить. Понятно. То есть они как бы сами не, но вот. Ну что, и давайте еще скажем о том, что на радио вам в программе «Глумное утро» будут разыгрываться билеты. Вот прямо сейчас мы как раз тоже можем разыграть. Если вы дозвонитесь там по телефону 56-91 и ответите на очень простой вопрос. Отлично, отлично. А кто его задаст, если вы на него ответите, то вы получите билеты. Отлично, на концерт касты, это очень круто, пригласите любимую девушку. О, вот сразу резко кто-то подорвался. Алло? Алло?
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый день. Ну, АКУК нужно дать мне. Дима, сядь туда, АКУК пускай сядет на твое место. Сейчас мы как раз. Динка сидит. А ты можешь хотел нарисовать. Куда нас АКУК захотел. Итак, АКУК, ты слышишь вопрос уже? Да. Они сделали микрофон для АКУК. Итак, кто к нам дозвонился? Меня зовут Ваган. Ваган? Да. Вы любите группу Каста? Ну, я сын любит. Я так скажу. Сын любит? То есть папа... Слушайте, а сколько лет вашему сыну? Сын 12. 12? Папа решил делать сыну... Ну хорошо, это круто. Ну давайте, я тут вопрос ваш. Давайте, если сын рядом, я подумаю, что я... Нет, вот сына нету рядом. Я, на самом деле, подготовила очень сложно. Биографический рядом? Да. Очень сложный фильм. Но давайте, раз уж я сын, так как мой сын не работает, я тут тоже... Да, попробуем все-таки, да? Нет, вопрос был очень сложный. Да. Я на мой сам не могу это наблюдать. Хорошо. Прямо в фильму посложнее. Давайте тогда, раз уж это уже звучало в эфире, вы просто расскажете имена всех участников группы. Да, тем более это любимая группа вашего сына. Ой, не скажу, нет. Ну, началось. Ну, простые русские имена. Это да, можете есть настоящие имена угадать. Да, ну, Ваня. Нет, Дима. Нет, Димы тоже нет. Есть такой Архангел, есть такой. Ой, прям Архангел есть такой, например. Есть, вроде, поймете какой-нибудь вопрос, это первый. Ну, давайте тогда, если раз вы первый человек, и учитывая родительскую солидарность, и то, что ваш ребенок слышит в таком юном возрасте очень хорошую музыку, которую я, по крайней мере, лично субъективно приравниваю к поэзии, я вам просто подарю вашего сына два билета. А вы должны выучить наизусть имена этих ребят. Владис, Шим, Хамин, Змей, Анилия, Владислав, Лещев, Михаил Епифанов, Андрей Пасечный, Антон Мискенин. Особенно мне нравится Хамиль, Андрей Пасечный. Ну что ж, вам нужно заехать со своими билетами на радио «Ван» и забрать их у нас. Я вас поздравляю, передаю огромное большое спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, заезжайте за билетами. Удачи. Ну что ж, у Вагана они есть, но больше мы такими добрыми не будем, это АКУК здесь, поэтому, да, потом мы будем придумывать билеты. Сегодня больше не разыгрываем билеты, они будут разыгрываться каждый день до концерта, вот один раз в день, дорогие друзья, один раз в день. И это даже, я думаю, слишком много. Будут задавать сложные вопросы, вот, не то, чтобы у нас было больше, а потом будут продавать специалисты. Ну что, дорогие друзья, ну вот так вот, спасибо большое Ара и АКУК за то, что нашли время в Москве. Я очень надеюсь, что когда ребята приедут, хотя бы двоих мы здесь увидим в студии. Вот, но двоих именно Хамиля и Змея, вы можете быть удивлены. Отлично. Будут у нас на радио ребята из группы Каста. Напомню, что радиостанция «Радио Ван» поддерживает здоровые начинания в нашем городе. И вот это вот здоровое начинание Каста здесь тоже безумно нравится. И будем надеяться, что первый блин не будет комом, будет еще много хороших ребят, потому что... Вы знаете, вот я, например, не совсем понимаю хип-хоп англоговорящих, потому что я не совсем понимаю речь. А вот русский язычный хип-хоп и армянный язычный хип-хоп очень мне, на самом деле, очень мне нравится. На самом деле, политик, конечно, чтобы писать, вот такое, вообще, если ты исполняешь хип-хоп, у тебя должно быть политическое начало. Это новое идея, как русский парень. А ты думаешь, хип-хоп это просто? Это не хип-хоп, это попса. Конечно же, хип-хоп это Каста, хип-хоп это наши братья Силала, хип-хоп это замечательная группа 2517, я и 7 вот из Москвы, ну, в общем, многие другие ребята, которые этим занимаются очень хорошо.
Ну вот, кстати, вот он план, например, это... Можно я вас добавлю, я просто все перебиваю, что касается бутан-плана. Там, кстати, единственная российская группа, которая выступала с ними по поводу по России, ну, они же фанатели этой группы. Да, и они именно они были, и мы уже были по всему поводу бутан-плана по России. Ну, если кто не знает, ребята из группы «Система Фреда», они чисто не берут, у них даже есть несколько специальных спектаклей. Да, в этом мире, на самом деле, трамвай длинный, земля тоже. Ну что, спасибо большое еще раз. У нас в эфире прямо сейчас старая добрая песенка «Однажды мир пройдет под нас» в их репертуаре и в их интерпретации. Приходите 18 ноября в клуб «Опиум», послушайте все по земле. Доброе утро, с нами и с вами.